озеру. Оно очень большое. Находится в селе Рыбниковское. Здесь разводят рыбу, запускают мальков, пеляди, карася, карп. Рыбаков всегда много. Сегодня пасмурный день. На горизонте церковь. Птицы на гнездах уже сидят. Кое-где еще лежит снег. Рыбаков не видно. А летом здесь очень много отдыхают людей с детьми, с ночевкой, в палатках. Рыбачат, купаются. Пасмурный день. Весь в воде. Вода стального цвета. Песочный берег. А вот и дождь пошел, стучит. Сынуля бежит к машине. Здравствуйте, а вы можете молоко продать? Да. Без банки. Нету пустых банок. За банку мне платите 40 рублей, хорошо. Потом привозите, я вам отдаю. Ладно. Покупаем молоко. 250 рублей 3 литра. Масло домашнее есть. А, нет, спасибо большое. А, спасибо. Так, давайте. Я держу, нет, я держу. Спасибо. Навоз хороший.